Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня вы увидите, как Кира тушит свечку. Ну, как Кира тушит свечку? Андрюша. Ближе. Нет. Все, получилось. Да. Поздоровайтесь. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вот вы опять, как видите, вы зажгли свечку, как с пасочкой. Да, как положено. Да. Не надо так делать. Ну чего? Нельзя гадости детям показывать. Тушить будете? Ну, сначала же надо сказать, что я забыла. Говори, что? Забыла. Христос воскрес. Нет, Башка мне говорила, я забыла случайно. А что надо было? Ну, иди спроси, я не знаю. Ну, пойди сама сбегай, быстро спроси, а я подожду тебя, давай. Не надо, сам иди. И Святого Духа. И Святого Духа. Аминь. Давай, туши. И перекреститься. Все, можно есть теперь. Режьте. Я свечечку достану, а вы режьте. Сейчас, как я... правильно да. резать? Не-не. Да, да, руки береги. Нож очень острый. Ну, молодец какая. Вот так. И прям целую половинку съешь? Маме, папе, мне и бабушке. И бабушке. А, так себе так и бабушке побольше. Руки береги. Всё. Молодец. Это моя, это мамина, это папа. Давай вот это твоя поменьше, давай. Нет, моя самая большая. Ну, ложи к себе на блюдечко. Все? Да. Говори пока. Пока.